Привет, друзья! Канал реализации законного права. Топ стран ЕС по юридическим аспектам финансовой помощи по временной защите. В этом видео мы рассмотрим процедуру начисления и получения выплат. Я отвечу на все ваши постоянные вопросы. Список стран, на которые будет обзор, это Польша, помощь ООН, Германия, Австрия, Ирландия, Италия, Швеция, Франция, Португалия, Великобритания, Чехия, Болгария, Ирландия, Дания, Латвия, Финляндия, Норвегия, Литва, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Словакия, Эстония и Венгрия. То есть это будет 24 страны. Подготовленное юридическое разъяснение актуально на период действия временной защиты. Сразу отмечу, что вся дополнительная информация будет в описании под видео. Делитесь этим видео, чтобы помочь как можно большему количеству наших соотечественников за границей. Друзья, обратите внимание, что стандартные социальные поддержки в странах ЕС значительно разнятся. Если у вас нет собственных накоплений, дохода или реальных перспектив работы в ближайшее время, то нужно выбирать место пребывания страну, которая предлагает более высокие социальные выплаты. Но нужно принимать во внимание не только размер финансовой помощи, но и стоимость жизни в этой стране. Выбирая страну для регистрации, учтите следующее. Итак, первое. Зависят ли социальные выплаты от определенных условий, например, уровня вашего дохода, наличия работы, наличия ценных вещей или безусловно? Второе. В большинстве стран, если вы устраиваетесь на работу, то теряете право на определенные финансовые выплаты. Третье. Выплаты, как правило, уменьшаются, если вы получаете бесплатное жилье или питание. Также четвертое. Могут быть разные ограничения на использование выплат. Это могут быть карты для покупки продуктов или одежды только в определенных национальных магазинах. Чаще всего это деньги нельзя снять в банкомате, переслать на Украину или потратить на покупку онлайн. Пятое. Процедура получения выплат. Где-то сразу после регистрации получаете карточки или средства, где-то через месяц или больше после регистрации. Шестое правило. Являются ли выплаты разовыми или периодическими? То есть срок периодических выплат. Некоторые страны предусматривают такие выплаты всего на несколько месяцев, другие на постоянной основе. Друзья, с Украины выехало много людей. Некоторые потеряли дома, родных, не имеют никаких сохранностей и не способны работать. Ресурсы ЕС ограничены, поэтому перед тем, как обращаться за помощью, друзья, пожалуйста, подумайте, нужна ли сейчас вам такая помощь. Итак, начнем обзор по финансовой помощи по различным странам. Начнем с Польши. Правительство Польши предлагает финансовую помощь украинцам, вынужденно покинувшим свои дома в результате российской военной агрессии. Переселенцы с Украины могут получить одноразовую выплату от правительства в размере 300 злотых на человека. Помощь назначается лицам, прибывшим на территорию Польши от 24 февраля 2022 года и легально находящимся на территории страны, либо получили польский идентификационный номер ПЕСЕЛ. Решение о предоставлении помощи принимается руководителем местного органа самоуправления, это ВОЭТ или мэр города. Заявление о получении помощи нужно оставлять в центрах предоставления административных услуг либо местных администрациях. Для получения помощи не обязательно иметь польскую платежную карту. Благодаря услуге от ПКО «Банк Польский» достаточно, первое, получить смс на номер телефона, указанный в заявке на пособие, второе, найти ближайший банкомат «Банк Польский», третье, получить наличные деньги, воспользовавшись кодом, полученным в смс и телефонной инструкции по обслуживанию «Банк Польский». Просмотрите подробную инструкцию «Выплата денежной помощи без платежной карты» по ссылке под видео в описании. Польша также ввела помощь семьям украинцев, прибывших Польшу после 23 февраля 2022 года в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно программе «Семья 500+», украинская семья может получить пособие на каждого ребенка в размере 500 злотых в месяц. Для получения помощи вам потребуется это польский идентификационный номер ПСЛ, ваш лица подающий заявление и ребенка, также адрес электронной почты –
польский телефонный номер, номер банковского счета в Польше. Заявка на получение помощи «Семья 500+» принимается только в электронном виде через учреждение социального страхования. Ознакомиться с подробностями получения помощи на странице ЗУС вы можете самостоятельно, также по ссылке в описании под видео. Итак, перейдем к помощи ООН. Украинцы, приехавшие в Польшу из-за военных действий, могут получить материальную помощь от ООН в течение 3 месяцев в размере 700 злотых, около это 146,50 евро на единое лицо из семьи и по 610 злотых или по 128 евро на следующих 4 человек. Обязательным условием получения этих средств является пересечение польско-украинской границы, а не въезд в Польшу через третьи страны. ПСЛ или банковский счет иметь не обязательно. Для получения денег нужно заполнить соответствующую форму и встретиться с представителем программы. При себе следует иметь документ, подтверждающий личность, и предоставить отпечатки пальцев. Деньги должны поступить через 7 дней. Снять их можно будет в любом банкомате Польши. Итак, рассмотрим Германию. Украинцы, подавшие заявление на временную защиту по 24 параграфу закона о правовом статусе иностранных граждан, имеют право на социальную помощь, аналогичную лицам, подавшим заявление на получение убежища, АСИЛ. Согласно закону о социальных гарантиях для искателей убежища, беженцам предоставляется помощь, которая должна покрывать расходы на друзья, питание, отопление, одежду, здоровье и бытовые базовые расходы, а также личные расходы, такие, например, как посещение культурных мероприятий, например. Для лиц, проживающих в приютах для беженцев, как правило, значительная часть этих потребностей может по усмотрению социальных служб покрываться представителем вещевой помощи, то есть это одежды, продукты или мебели, проездных на общественный транспорт или билетов на мероприятия. Если вещная помощь не предоставляется и человек не проживает в общежитии, предоставленном социальными службами, уже начиная с марта социальные службы общины Германии проживание должны выплачивать каждому взрослому, если он проживает отдельно, это 367 евро в месяц, по 330 евро, если беженец проживает с мужем или женой. Взрослые в возрасте до 25 лет, проживающие с родителями, получают 294 евро. Подростки от 14 до 17 лет получают 326 евро. Дети от 6 до 14 лет – 326 евро. До 6 лет получают 249 евро. Заявление на получение социальной помощи беженцам подается в ведомство по социальным вопросам при общине проживания. Эти выплаты будут предоставлены в течение первых 18 месяцев. Если временная защита будет продлена, беженец будет получать несколько более высокие выплаты, которые будут равны выплатам социально незащищенных и долгосрочно безработных жителей Германии. Внимание! Если беженец подает заявление на социальную помощь и указывает наличие денежных средств выше 200 евро или ценностей, соответствующей стоимости, сначала заявителю придется использовать эти запасы, прежде чем будет выплачена помощь. Таким имуществом могут быть, например, дорогие украшения или автомобиль, на котором беженец приехал в Германию, если авто зарегистрировано на заявителя. В то же время отдельные федеральные земли под данным СМИ обсуждают возможное исключение авто из перечня таких ценностей. Рассмотрим Австрию. Предусмотрены следующие виды базовой социальной помощи. А если самостоятельно арендую жилье, тогда на питание предоставляется 213 евро на взрослого, 96 на ребенка, на жилье 128 на одного, не более 300 евро на семью. Следующее. Если жилье предоставлено, то на питание выделяется 5,50 евро в день плюс 40 евро в месяц на текущие расходы. Следующее, если предоставлено жилье и питание, тогда 40 евро в месяц на текущие расходы. Годовые выплаты 100 евро на ребенка-школьника, 150 евро на одежду на одного человека. Рассмотрим Ирландию. Безусловные выплаты от 25 лет – это 206 евро. С 18 до 24 лет – это 117 евро 70 евроцентов. Пособие на ребенка – 140 евро. Перейдем к Италии. Ежемесячная помощь – 300 евро в Италии, и максимум предоставляется она на 3 месяца. Рассмотрим Швецию.
Если у вас нет собственных денег, вы можете обратиться за финансовой помощью в миграционную службу. Вы имеете право на финансовую помощь после получения решения о предоставлении убежища согласно директиве о временной защите. Финансовой помощи должно хватить на еду, одежду и личные расходы. Вы можете подать заявление на получение финансовой помощи в отделение миграционной службы или отправив форму заявления по почте. Если вы хотите подать заявление на получение суточных для своих детей, вы должны заполнить одну форму на человека. Миграционная служба может предоставить финансовую помощь с даты вашего обращения за ней. Если вы получаете финансовую поддержку от миграционной службы, важно, что вы сообщили, что ваша финансовая ситуация изменится, например, если вы устроитесь на работу или изменили место жительства. Изменение адреса может означать необходимость изменения размера финансовой помощи. Если вы будете зарабатывать деньги одновременно с получением финансовой помощи, друзья, в этой стране это будет считаться преступлением. Вы можете подать заявление на получение двух различных форм финансовой помощи. Это суточную и целевую. Рассмотрим детально. Итак, суточные. Размер суточных зависит от того, живете ли вы в одном из общежитий миграционной службы, где предоставляется питание, или в жилье без питания. Если вы самостоятельно организуете проживание, это также влияет на размер суточных. В общежитиях с питанием суточный составляет 24 кроны в день для взрослого без сопровождения. 19 крон в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы, 12 крон в день для детей в возрасте до 17 лет. В жилье без питания суточные составляют 71 крон в день для взрослого без сопровождения, 61 крона в день на человека для взрослых, разделяющих домашние расходы, 37 крон в день для детей до 3 лет, 43 кроны в день для детей от 4 до 10 лет, 50 крон в день для детей от 11 до 17 лет. Семьи с более чем двумя детьми получают полные суточные для своих старших детей и половину суточных для других детей. Кроме еды, суточные должны хватать также на одежду и обувь, медицинскую помощь и лекарства, стоматологическую помощь, предметы гигиены, другие расходные материалы и досуг. Как заполнить форму заявления на получение суточных, оставлю ссылку в описании под видео. Перейдем к целевой помощи. Если у вас есть очень сильная потребность в чем-то, не покрываемом суточными, вы можете подать заявление на получение специальной целевой помощи. Вы должны доказать, что у вас есть сильная потребность в товаре или услуге, и что вы не можете заплатить самостоятельно. К примеру, это могут быть очки, детская коляска или теплая зимняя обувь. Миграционная служба всегда проводит индивидуальную оценку потребностей. Вы можете получить финансовую помощь только на самый дешевый вариант, необходимый для удовлетворения ваших потребностей. Вы можете потерять право на получение целевой помощи, если переедете в район с социальными и экономическими проблемами согласно перечню миграционной службы. Перейдем к банковской карте. Если вы получаете суточный от миграционной службы, вам будет выдана банковская карта, привязанная к счету, на который вносятся деньги. Только миграционная служба сможет вносить деньги на этот счет. Если вы хотите открыть счет, на который, например, работодатель сможет вносить заработную плату, вы должны обратиться в один из шведских банков. Дальше перейдем о решении о финансовой помощи. Когда миграционная служба примет решение о финансовой помощи, вы сможете с ним ознакомиться, друзья, через администратора вашего приемного отделения или путем упрощенной процедуры ознакомления. Упрощенная процедура ознакомления означает, что миграционная служба отправит решение обычным письмом бумажным по указанному вами адресу проживания. На следующий день мы отправим еще одно письмо на тот же адрес с информацией о том, что мы отправили решение. Мы делаем это, чтобы снизить риск ошибок. Таким образом, миграционная служба будет считать, что вы ознакомились с решением через 2 недели после отправления письма. После этого у вас будет 3 недели, чтобы оспорить решение. Если адрес, который предоставили в миграционную службу, не может быть использован, и вы зарегистрированы в Швеции, решение и письмо с подтверждением могут быть отправлены на адрес, по которому вы зарегистрированы. Обязательно регулярно проверяйте почту. И переходим к Франции. Друзья, во Франции 6,80
евро в день на человека, 14-20 евро в отсутствии бесплатного жилья. Для этого податель заявки должен подтвердить, что его доходы составляют менее 565 евро в месяц. ОФИ – первая институция, которая будет помогать вам финансово, пока вы не работаете. ОФИ – это служба иммиграции и интеграции. Украинцы, попросившие временное убежище во Франции, имеют право на выплаты помощи просителя убежища АДА. ОФИ выдает банковскую карту, которая должна быть активирована через 10-30 дней смс на французский номер телефона. Туда будут поступать деньги, которые можно только тратить в магазинах, но не снимать. Помощь выплачивают в зависимости от количества человек в семье. Один человек – это 6,80 евро в день. Два человека – 10-20 евро в день. Три человека – 13,60 евро в день. 4 человека – 17 евро в день, 5 человек – 20-40 евро в день, плюс 7-40 евро к сумме, если не было предоставлено место жительства. КАФ – это касса семейной помощи. Это помощи беременным, одиноким матерям, многодетным семьям, которые имеют 2 и более ребенка, инвалидам, лицам, самостоятельно платящим за жилье. Ссылки будут в описании под видео. И переходим к Португалии. В Португалии все просто. 150 евро в месяц на человека. Рассмотрим Великобританию. Начнем с субсидий. Вы можете получить единовременную сумму в размере 200 фунтов от консул. Ссылка в описании под видео. Система выдачи этих средств, к сожалению, не отлажена. Разные советы выдают эти средства по-разному. Кто-то наличными, кто-то ваучерами на покупку продуктов питания в определенных магазинах. Кроме того, вы имеете доступ к той же социальной помощи Benefits, что и другие англичане. В отличие от них, вы можете получить их по упрощенной схеме. Ссылку оставлю в описании. Полный список Benefits можно посмотреть на официальном сайте. Занимается ими Department of Work and Pensions, то есть DWWP. Подаваться на все субсидии можно самостоятельно или с помощью системы консультативной помощи в Англии. Называется она Citizens Advice. Эта система оказывает широкую помощь по многим вопросам. Дальше рассмотрим получение консультативной помощи в Англии. Citizen Advice. В Англии есть государственная программа предоставления консультационной помощи. Информация находится на сайте. Много информации и помощи предоставляется по вопросу получения субсидий, а также предоставления помощи по информированию всех форм и документов. Также будет на сайте. Можно обратиться как за телефоном, так и прийти личного отделения, которое тоже можно найти на сайте. Центры украинской общины в разных городах также дают советы и консультации по оформлению бенефитов. Ищите украинцев там, где проживаете. И рассмотрим универсальный кредит, Universal Credit. Самой главной субсидией является универсальный кредит, Universal Credit. Это помощь в том числе тем, кто не имеет работы и раньше не работал в Великобритании, и кто опекается несовершеннолетними детьми, а также если вам до 66 лет. Приблизительные суммы. Один взрослый – это 324,80 в месяц фунтов стерлингов. Дальше. Один взрослый плюс несовершеннолетний – это 607 плюс 84 фунта, то есть равно 691 в месяц. Один взрослый, если плюс два несовершеннолетних ребенка, это будет 844 фунта плюс 152, то есть 996 в месяц. Подаваться можно через интернет, на сайте или по телефону Universal Credit Helping. Телефон будет 0800-328-56-44. Иногда при оформлении заявки возникают непонятные вопросы. Рекомендую обращаться к другим, кто уже проходил, или в центре консультативной помощи в Англии. Теперь рассмотрим получение пенсии. Это пенсионный кредит.
Украинцы, приехавшие за семейной или спонсорской визой, имеют право на получение пенсии, если вам больше 66 лет и не имеете других доходов в Англии. Полная информация на английском языке находится на их сайте. Вы можете получать 177,10 копеек фунтов в неделю, если вы одинокий человек, или 270 фунтов и 30 копеек на двоих, если вы в паре. Вы также можете получать дополнительные деньги, если вы инвалид, или также ухаживаете за ребенком или другим инвалидом. Для подачи вам нужно позвонить по линии поддержки 0800 99 12 34. Подача может быть только по телефону или по почте. По телефону проще, и все звонки бесплатные. Если вы не владеете английским, ваши родственники или знакомые могут это сделать за вас. Вы должны иметь паспортные данные, информацию, когда вы въехали в Англию, адрес, где вы живете, и ваши контактные данные или данные вашего представителя, подающего заявку. Важно. Во-первых, первое. Для подачи заявки вам необходимо иметь британский национальный идентификационный номер. Его сделают в процессе подачи заявки. Второе. Также на этом этапе не обязательно иметь банковский счет. Пенсию могут начислять на английский счет вашего родственника, если есть, или могут оформить доставку пенсии в какое-то отделение почты или общественное учреждение, где вы сможете получать по персональному коду. Если потом вы откроете свой банковский счет, то можете переоформить средства туда. После того, как вы позвоните, у вас возьмут необходимые данные и дадут вам номер вашей заявки. После этого вам могут позвонить еще раз и попросят прислать копии вашего паспорта и визы на электронную почту. Обязательно напишите в письме вашу заявку. После этого вам снова позвонят по телефону и начнут процесс предоставления вам индивидуального номера страхования. Называется он National Insurance Number. Это идентификационный номер, который необходим для приема на работу, начисления субсидий и пенсионных выплат. Для украинцев они делают в первую очередь, и мне сказали, что уже сделают следующее и отправят по почте. Кстати, полученное письмо от них будет также подтверждением вашего адреса, поскольку там будет указан ваш адрес проживания. Подтверждение адреса является важным документом и может потребоваться при различных бюрократических процедурах. Весь процесс получения пенсии с момента подачи заявки, в некоторых случаях, о которых вам стало известно, занял 10 дней. И перейдем плавно к Чехии. Помощь смогут получить все беженцы, прибывшие в Чехию после вторжения России с 24 февраля 2022 года при наличии специальной визы толерантности, визу Strepini. Размер помощи 5000 крон установлен одинаково как для взрослых, так и для детей. Одна крона стоит примерно 1 гривна 30 копеек, плюс-минус где-то 1 гривна 35 копеек. Первая выплата будет произведена всем автоматически после предъявления паспорта с визой. За следующей помощью смогут обратиться только люди, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации. Это нетрудоспособные и не владеющие имуществом в Чехии, но не более 5 раз. То есть в общей сложности беженцы получают право на 6 гуманитарных выплат по 5000 крон. Через полгода нуждающимся в беженстве смогут продлить получать государственную поддержку, но уже в рамках стандартной социальной помощи. Выплату можно будет получить как наличными, так и безналично. Во многих случаях заявителю потребуется счет в чешском банке. Все без исключения банки в стране сейчас предлагают украинцам бесплатное открытие и ведение счета. А два крупных банка, оставлю название их в описании, даже выплачивают беженцам при открытии счета финансовую помощь в размере 2500 крон. Это инициатива самих банков, к госпомощи она не имеет никакого отношения. Подать заявление на получение этой помощи можно в электронном виде через приложение. Также оставлю его в описании. Значит, сайт будет www.mps, как доллар, v, как галочка, .s, русская и буква z. Или в любом офисе Центра занятости Чешской Республики по месту жительства. Людям в возрасте 65+,
не имеющим права на пенсию, государство будет выплачивать по 5000 также крон. Рассмотрим Болгарию. Выехавшие в Болгарию украинцы могут претендовать на социальную помощь. Чтобы ее получить после регистрации по адресу фактического проживания, следует обратиться с заявлением для выплаты пособия. Если несколько разновидностей. Итак, это одноразовая социальная помощь в размере 375 левов, более 6000 гривен. Следующий вариант – это единовременная целевая выплата на выдачу идентификационной карты. Размер выплаты индивидуален максимально 75 левов, то есть это 1200 гривен. Следующий вариант – это ежемесячное пособие для людей, доходы которых ниже индивидуально определенного минимального дохода. Также помощь на отопление предоставляется на 5 месяцев предстоящего отопительного сезона. Подать с 1 июля по 31 октября. Кроме того, беженцы, не имеющие доходов или личного имущества, могут получить средства на диагностику и лечение в медицинских учреждениях Болгарии. Также люди, которые получают ежемесячную помощь и целевую помощь на отопление, получают медицинскую помощь за счет государственного бюджета. Переходим к Ирландии. Еженедельная помощь для заявителя 206 евро. Надбавка на содержание взрослого 138 евро. Надбавка на содержание ребенка 40-48 евро. Детям до 16 лет 140 евро. Перейдем к Дании. В среднем сумма выплат составляет около 1200 крон на взрослого и 600 крон на ребенка. Рассмотрим Латвию. При вступлении в трудовые отношения единовременная помощь составляет 500 евро. Переходим к Швейцарии. Предоставляется финансовая поддержка в размере 1600 долларов ежемесячно на человека при регистрации статуса S. Рассмотрим Финляндию. Социальная выплата на взрослого с ребенком 323 евро, на взрослого 18+, это будет 273 евро, и на ребенка 206 евро. Рассмотрим Норвегию. К сожалению, информация очень неполная. Конкретные суммы выплат не называются. Вы можете получить поддержку проживания, если у вас нет денег. Поддержкой могут оказаться карманные деньги и деньги на еду. Размер зависит от того, какое вам было предоставлено жилье и питание и вид убежища. Вы можете подать заявку на поддержку, в том числе необходимую медицинскую помощь, очки и поддержку учебной программы для обучения. Тогда вы используете эту форму. Форма заявки на дополнительные льготы в описании оставлю. Вы также можете подать заявку на финансовую поддержку для путешествия с целью получения документов, удостоверяющих личность. Воспользовавшись этой формой, форму заявки на поддержку документов, удостоверяющих личность, также оставлю. И перейдем к Литве. Денежная помощь предоставляется, но нет подробной информации о ее суммах. О видах помощи оставлю ссылку в описании. Рассмотрим Нидерланды. Украинцы получают 60 евро на человека в неделю или 75 евро в неделю дополнительно, если живете с принимающей семьей. Эта сумма уменьшается в соответствии с количеством проживающих в одной семье. За первого ребенка вы имеете право на получение 25 евро дополнительно. За второго и третьего ребенка вы имеете право на получение 12,50 евро дополнительно. Максимальная дополнительная сумма для семьи, проживающей с принимающей семьи, составляет 125 евро в неделю. Перейдем к Люксембургу. Без дохода вам выплатят примерно 250 евро на питание и карманные расходы. Кроме этого, две единовременные выплаты на одежду 100 евро и 50 евро через полгода. Перейдем к Словакии. Согласно положению о материальной помощи, беженцы один раз в месяц могут получить следующие средства. На одного человека 68-80 евро, на пару без детей 119-60 евро, на человека с детьми от 1 до 4 детей 130 евро 90 евроцентов, на пару с детьми от 1 до 4 детей 179 евро, на человека с более чем 4 детьми 191 евро 20 евроцентов, на пару с 4 и более детьми 241 евро 30 евроцентов.
Перейдем к Эстонии. Беженцу, не тратящему средств на аренду жилья, выплачивают 150 евро в месяц на первого члена семьи, 120 евро на каждого следующего взрослого члена семьи, 180 евро на каждого ребенка. Рассмотрим Венгрию. Украинцы, получившие статус временной защиты в Венгрии, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства размером 22 800 форинтов, то есть это 2000 гривен. На ребенка выплачивается 13 700 форинтов, это 1200 гривен. Если человек нуждается в помощи, он должен уведомить об этом дирекцию иммиграционной службы при подаче заявки. Однако после трудоустройства вынужденный переселенец теряет свое право на ежемесячную поддержку. Друзья, мы сейчас с вами живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать свои права за границей. Также, уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы относительно временной защиты в 150 странах мира из-за военной агрессии РФ против Украины, можете обращаться за разъяснениями по правовым аспектам или подписывайтесь, друзья, на канал, и увидимся с вами в следующем видео.